Привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Я только проснулся, думаю, это видно по моему лицу. Я, не представляете, до утра играл в гранды. Я давно не играл в Clash Royale, помимо стримов и видео. Но всегда было такое, что только на видос, только на стриме, и мне этого достаточно. Это был мой дозняк на день. Но в этот раз я после стрима пошел и ночью играл в гранды. Это что-то непонятное. Мне очень понравилось изменение баланса, мне понравились новые колоды, у меня с ними более-менее получается играть. И еще надо, конечно, потренироваться, еще надо подтянуть скилл, но в этом сезоне я буду этим заниматься, поэтому подписывайся и следи за новыми видео. У меня вообще последние 4 видео было видосы о грандах, вот, но я решил разбавить немножко, потому что повторы, я так понял, не всем интересно смотреть, хотя я вам говорил, что это сейчас надо посмотреть, потому что вы в числе из первых узнаете о новых колодах, которыми в будущем будут играть топы, вот. Ну, собственно, я и так достаточно показал, еще парочку видосов сниму про гранды, но чуть попозже. Сегодня не сдержался. Вы все прекрасно знаете, что я фармлю 5 миллионов золота на своем аккаунте. Я вообще его не трачу. Но сегодня я не сдержался, и я не могу ждать, пока нафармится 5 миллионов золота, пока это имбой все взрывают. Я реально хочу эту имбу прокачать сегодня на 8 уровень и пойти попробовать поиграть в глобале. В испытаниях я уже проверил, эта карта тащит. Хочу проверить в глобале. Поэтому я сейчас потрачу 150 тысяч золота, потом наверстаем, надеюсь. Да, не надеюсь, а наверстаем, просто это, ну, вопрос времени. Вот, но я не могу, я хочу с этой карты играть в глобале, поэтому я ее, ребята, прокачиваю. 50 тысяч тратим на прокачку на 7 уровень, и она у меня уже доступна на 8 уровень. Это имба, это имба. Поехали. 8 левел, повозка с пушкой. Сделаем скриншот. Итак, я готов взрывать. Я, конечно, не знаю, что в глобале она будет делать, будет ли она тащить или нет, но я сейчас попробую. Поехали. У меня, в принципе, не так уж много и золота ушло. 3,3 миллиона у меня как бы есть, да? Поэтому, ну, да, еще 1 700 000 надо нафармить. Ну, ничего, раз мы 3 ляма как-то нафармили, ну, 1 700 000 уже, я думаю, без проблем. Я извиняюсь. Так, давайте, ставим сейчас сборщик эликсира. Кстати, друзья, на днях будет у меня новый видос по моему твинку, поэтому обязательно... подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот новый видос. Я, короче, планирую сейчас определиться с декой, и, скорее всего, эта дека будет именно вот эта, с големом, но только немножко в другой вариации, без сборщика и без дровосека. Поэтому, если тебе интересно, то ставь лайк. Ой-ой-ой, нифига, нифига тут опасный челик. Нифига себе. Так, окей. Минус мини-пека, только вот я мегамуху слил сейчас, и мне нечем будет дефать его гиганта. Печально, да? Я думаю, что поставить сборщик эликсира стоит нам, потому что мега-миньон вылетел вперед. Сейчас вышка должна, по идее, уничтожить сначала его, наконец-то. А то всегда, блин, Рудин как-то летит вперед, а в итоге вышка бьет гиганта. Так, здесь разряд лучниц, чтобы уничтожить. Да и, в принципе, гиганта немножко оттянуть. Я думаю, что можно сейчас подкинуть еще дровосек. Блин, я, конечно, вот это стремаюсь ставить сейчас еще один сборщик. Но, в принципе, я думаю, можно. Мы в итоге должны его наказать. Вот, ставим вот здесь сборщик. Ставим сборщик. Ну и все, это последний сборщик. Остается 28 секунд. Соперник вообще ни один сборщик мой не контрил. Я думаю, что он сейчас за это поплатится. Я вот, наверное, забиваю на левую вышку. Наверное, на нее забиваю. Ставлю голема с правой стороны. И буду сейчас уничтожать. Так, големчик идет у нас. Сейчас следом мы выбросим пушечку. Ох, надумал выбросить фаербол спустя 2 минуты. Так, пушечка едет за големом. Хорошо, прекрасно. Нам сейчас... он фаер слил, поэтому нам будет проще сейчас его разобрать. Вот здесь давайте вот так вот торнадо. Сразу уничтожаем нам ненужных юнитов. Так, да, в принципе, все ненужные юниты. Ну, это минус башня, ребята. Сейчас он кинет фаербол, но фаербол как бы никого не уничтожит, так чисто покоцает. Пушечка все равно дамажила вышку. Здесь вот ставит голема. Ну, кстати, еще напоминаю, вам не добил мою вышку слева. Вот, и он не может отдефаться. Здесь еще одну пушку ставим. Ну, это, короче, беда для него, потому что не контрит сборщики. Ну, так нельзя делать. Тем более у тебя был фаербол, дружище.
Так, я, конечно, левую башню, скорее всего, не заберу, хотя мне проще даже будет трешечку забрать, наверное. Давайте попробуем, почему бы и нет. Я гиганта его дефать не буду, я не жадный, пускай забирает вышку, хотя он ее не успеет забрать. Вот как-то так. Ну, понятно, понятно, у соперника и прокачка была хуже, ну и он сам виноват, хотя с этой прокачкой можно было меня и выиграть. Он тупил, он сборщики мои не коцал. Поехали в следующий поединок. Итак, следующий соперник у нас уже 13 уровень, у меня в цикле нету сборщика, это, конечно, немножко печально, потому что я не люблю начинать игру, когда нету сборщика, и она есть в колоде, а в цикле нету. Вот, и еще голема у меня в начале нету, короче, не очень, неудачное начало, плюс против нас спеллбейт, но я не знаю, если спеллбейт без инферно, то, в принципе, чем мне его бояться, да? Здесь мы выбросим дракона. Здесь мы выбросим повозочку с пушкой. Я думаю, что, возможно, нам еще понадобится... Нет, дровосек... А, да, понадобится нам еще дровосек. Вот такой вот дровосек у нас будет здесь. А, сейчас быстренько-быстренько всех уничтожаем. Здесь мы вот так вот используем разрядик. Вообще минимальный урон. Еще минус принцесса. И пушечка под рейджем. Давай, родная, давай. И пропускает пушку. Все, братан, под рейджем ты сейчас пропустишь дохерище урона. Да, здесь мега-миньон. А, так, блин, конечно, вот спеллбайт меня напрягает. До двойного эликсира будет трудно держать оборону. Вот, но пока как-то все хорошо, пока нормально, держусь. А, сборщик элика. Ну, блин, его надо, наверное, ставить посередине, так как у соперника есть ракета. А, вот сюда его давайте поставим. Ставим сборщик эликсира. Меня немножко напрягает, что у него и разбойники, и валькирия. Эти два таких танка не очень приятные. Вот, так, сейчас, скорее всего, он должен принцессу, наверное, поставить, либо... Я вот боюсь ставить голема сейчас, реально, вот поставлю голема, и сразу же вангую, будет атака валькирия плюс банда гоблинов слева, да, к примеру, ну, или с той противоположной стороны, куда я поставлю голема, вот, и бочка с гоблинами. Так, отлично, отлично. Так, здесь мы выбросим дровосекса. Так, здесь мы... мы используем, будем вот так вот торнадо. Активирую, раньше у меня получалось спокойно активировать, сейчас туплю. Так, дровосек, отлично. Ну все, в принципе, сейчас двойной эликсир. Ставим голема, пропускаем банду гоблинов. Вот сейчас самое главное, не просрать атаку. Мега-муху однозначно приходится нам сливать. По-другому вообще не вариант, друзья. Я сейчас рискую получить ракету на пушку. Да. Я не знаю, правильно... Ой-ой-ой. Так, в принципе, тут уже не вариант подбрасывать голема. Хотя нет, надо уничтожать это все. Сейчас как раз-таки вариант. Отлично. Здесь... Ну, нормально. Пока все хорошо. Там дракон еще живой. Так. Надо сейчас не проворонить. Так. Вот так вот. Здесь выпускаем повозку с пушкой. Нам снова понадобится здесь разряд используем. Так, ракета на пушечку. Ну и дурак. Ну и дурак, честно. Зря он это сделал. Так, и забрасываем дровосека. Да все, мы его прожали. Парнишу погубила. Погубила его, как это, не невнимательность. Да блин, ну камон, нахера выбрасывать было ракету? Тем более он только на пушку ее выбросил. А пушка-то не сдохла, она все равно осталась. Когда я выбрасываю возле башни, окей, может в этом еще есть какой-то смысл. А что? Господи, я думал уже об этом режиме все забыли. Ну, суперселлы решили его немножко пофорсить. Ну, окей. Я не знаю, кто играет в тачдаун. Я лично нет, режим вообще не признаю. Лучше бы они какой-то турнир сделали нормальный. Там... Пускай он будет стоить 50 тысяч гемов, но он будет годный, он будет нормальным. А не вот это все говно, которое не окупает гемы. Ладно, ставим сборщик. Отличное начало. Так, гигант, окей. Ну чё, гигант? Блин, мне нравится с пушкой играть, серьезно. Я вот буду с этой колодой, блин, ух. Прям до конца сезона, наверное, играть. Ну, может быть, еще какая-то колода появится интересная. Посмотрим. Блин, только не три мушкета, фух. Так, дровосек. Хотя, не исключено, что там три мушкета, просто, может, сейчас нету элика. Не, нормально все. Пока что все нормально. Так, где Poison? Не вижу Poison.
Предлагаю сейчас закинуть повозочку с пушкой, потому что сейчас дровосек сдохнет, и повозочка даст люлей всем. Отлично, здесь давайте торнадо. Здесь используем торнадо, используем разряд. И смотрите, вы просто посмотрите, что эта тварь делает. Блин, ну что я ее обзываю? Я в хорошем смысле просто... Ну что она сделала только что? Она взяла и вышку забрала. Отлично. Ставим сборщик. Еще один. Идеально, просто идеально. Карта классная. Так, здесь... Так. Дровосек спокойно задефает. Да и пушечку давайте здесь. Пушка поможет сейчас гиганта убить. Здесь дровосек на бомбера. Так, минус бомбер, отлично. И, с нас, и сейчас снова пушечка под реджем, хотя дракон будет мешать. Но все равно, какой-то урон пройдет. Да, отличный урон пройдет. Дракон вообще умеет... О, понятно, я понял. Блин, так, лол, а я тут думаю, что я какого-то норм игрока выигрываю, а тут понятно все. Тут не в пушке дело. Ну, все равно. Все равно, пушка топ. Так, ставим голема. Ну и сейчас будем, в принципе, выносить его на три короны. Так, здесь у нас пойдет повозочка. Нам понадобится сейчас... Я не понимаю, у него нету тяжелых заклинаний? Здесь у нас дракон, здесь у нас... Блин, мегаминьона случайно не на ту половину закинул. Совершенно случайно. Так, давайте с помощью торнадо всех в кучку. Так, здесь дровосек. Дровосека у нас же нету, нету. Три короны, наверное, не получится, хотя... Хотя почему? Получится. Здесь еще повозочку добавим, здесь добавим мегаминьона. И с помощью торнадо всех ненужных юнитов нам вот так вот... Ах, блин, не попал я по дракону. Да все, три короны. По-моему, все у меня катки на три короны. Ну, первая точно и последняя, а вторая не помню. Нет, вторая 1-0. 3-0, 1-0, 3-0. Нормально, нормально сыграли. Блин, сейчас бы, конечно, вот идеально не хватает последней катки, чтобы взять 4900 и последний сундук выбить, но нет. Три катки мы сыграли. Это у меня по традиции только так. Короче, друзья, 4-4 эликсира, прикольно. Блин, фул колода, мне нравится. Я с этой декой, наверное, буду играть до конца. Хотя вот обидно будет, когда будут все с этими деками играть. Это будет вызывать, конечно, сложность, потому что нужно будет быть лучше, чем твой соперник, играть лучше этой декой. Но ничего, будем набираться опыта, буду катать гранды. Приходите, подписывайтесь на стримы, приходите. Не договорил. Приходите на стримы, подписывайтесь на канал, ждите новые ролики. Желаю вам удачи, не болейте и до скорых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.